Я стою на защите безопасности граждан. Я готов прийти на помощь в любое время. Я борюсь с терроризмом. Я первым вступаю в бой. Я каждый день готов рисковать жизнью. Я служу закону. Я служу России. Я победил себя и стал непобедимым. Я боец Росгвардии. В первом бою карда Александр Даньков встретится с латвийцем Даниэлсом Рикстенсом. Организатором этой серии соревнований является Лига 70. Поддержку в проведении оказывает Министерство спорта Российской Федерации, администрация Краснодарского края и мэрия города Сочи. Приветствие президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Внимание на экран. Дорогие друзья, приветствую вас в Сочи на 7-м международном турнире по боевому самбо. И прежде всего, хочу пожелать всем участникам успешного выступления, удачи и заслуженных побед. Российским спортсменам предстоит встреча со сборной, в которую вошли борцы из Бразилии, Латвии, США. Еще раз искренне приветствую всех участников и гостей турнира. Успехов вам! Дамы и господа, 7-й международный турнир по профессиональному боевому самбо платформа S70 объявляется открытым. Разрешите представить вам формулы боя. Каждый поединок длится 3 раунда по 5 минут. Впереди нас ожидает 9 жарких боев в противостоянии сборной мира по профессиональному боевому самбо и сборной России. Ну и, конечно, главное событие сегодняшнего вечера. Дамы и господа, я представляю вам первый поединок. Весовая категория свыше 93 килограммов. Дамы и господа, ladies and gentlemen, please welcome the fighter in the red corner. Встречайте бойца красного угла ринга. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Предлагаем вашему вниманию трансляцию 7-го международного турнира по профессиональному боевому самбо платформа S70. Для вас работает комментатор Ян Баранчук. И главным событием сегодняшнего вечера станет противостояние между нашим Евгением Ерохиным и экс-чемпионом Беллатора Эммануэлем Ньютоном. Помимо этого, очень интересным будет возвращение Аслана Омагова. И также увидим таких наших именитых и мощных спортсменов, как Акоп Степанян, Дмитрий Бекрёв и многие-многие другие. Дамы и господа, уважаемые телезрители и все поклонники единоборств, напоминаю, что это первый поединок вечера. Встречайте оппонента в синем углу ринга. Ladies and gentlemen, and now please welcome his opponent in the blue corner. Боец, представляющий сборную команду России. Ему 27 лет. He's 27 years old. His official weight 103 kilos. Его официальный вес 103 килограмма. Рост 190 сантиметров. Серебряный призер чемпионата мира по самбо. Чемпион России по самбо. Серебряный призер Кубка Европы по дзюдо. Бронзовый призер чемпионата России по боевому самбо. And now, ladies and gentlemen, please welcome from Russia, из России, Александр Даньков! Впереди нас ждет первый раунд первого противостояния сборной команды мира и сборной команды России по профессиональному боевому самбо. В свою очередь, я уже сейчас хочу поблагодарить всех вас,
и попросить поддерживать бойцов бурными аплодисментами. Мы готовы начинать. Дамы и господа, ваши аплодисменты. Ну и, конечно, финальный инструктаж от рефери турнира Валентина Тарасова. Ladies and gentlemen, final instructions from the referee. Пожали руки. Итак, первый поединок сегодняшнего вечера. Александр Даньков против латвийского спортсмена Даниэлса Рикстенса. У обоих парней по три профессиональных поединка за плечами. Даниэлс Рикстенс все три своих боя провел на родине. И все три поединка его завершились нокаутами в первых раундах. Два раза в пользу Даниэлса. И один раз он уступил. Как раз это была последняя встреча, которая датируется маем текущего года. Дамы и господа, вы готовы? Мы начинаем! На счету аналогичный абсолютно послужной список. Также три боя, также все три закончились в первом раунде. И также единственная встреча проигранная, и две из которых он выходил победителем. Ну, мне лично запомнился его, безусловно, последний бой. Произошел он на Fight Nights 50, на том самом турнире, где в главном поединке вечера Федор Емельяненко встретился с Фабио Мальдонадо. И там в предварительном карде настоящее побоище устроил Даньков с Дмитрием Марюхиным. В общем, два спортсмена, которые не любят откладывать в долгий ящик развязку поединков со своим участием. И все внимание сейчас в ринг. Александр Даньков в черных шортах и в белом обмундировании Даниэлс Рикстенс. Атакует сейчас Александр Даньков. Занял он доминирующую позицию в партере. Боковой контроль или боковое удержание. Активно подсказывают тренеры. Пока что только начинают собираться зрители здесь, в спортивно-развлекательном комплексе «Платформа» на берегу Черного моря. И пытается улучшить свою позицию Даньков. Не торопится он начать разбивать соперника, следуя подсказкам своих угловых. Пытается выключить левую руку латвийского спортсмена. Но и Рикстенс тоже очень активно сопротивляется. Мы видели, как он сейчас пытался встать. Попытка оказалась неудачной. Все время разбивать, не спеши. Ну и с одной стороны подсказывают Александру, что спешить не надо. С другой стороны, вроде необходимо разбивать соперника. Но несмотря на просто великолепную позицию каких-то мощных ударов, которые могли бы потрясти Рикстенса, пока что мы не видели. Пока что много еще сил у латвийского спортсмена. И вот сейчас удалось выключить левую руку Александру, своего соперника. И посыпались удары на голову Рикстенса. Сразу же он отдает спину. И необходимо сейчас растягивать. Слышит Александр подсказки своего угла. Очень тяжело приходится Рикстенсу. Мы видим, что разбито его лицо уже. Но, тем не менее, латвийский спортсмен встает, болтает его. Стоп, стоп, стоп. Руки держи. Остановлен бой. Не очень понятно, в чем дело. Банда. Ну, необходимо остановить кровотечение из носа Даниэлса Рикстенса. Смотрим ключевой момент первого раунда. Как раз, когда провалился с фронт-киком Даниэлс Рикстенс. И удалось занять доминирующую позицию в партере Александру Данькову. Мы видели, что именно из этой позиции основная часть повреждений латвийскому бойцу и была нанесена. Пауза сейчас, которая, безусловно, на пользу именно Рикстенсу. Оказывает ему помощь. Очень тяжело дышит Даниэлс. И вполне возможно, что не будь этой паузы, уже поединок был бы закончен. Продолжается встреча. Первый раунд. Это седьмой турнир, ежегодный международный турнир лиги С-70. Пошел вперед. Хороший левый, правда, издалека и одиночный зарядил Даниэлс Рикстенс. Сразу же занял центр ринга Даньков. Хорошо навстречу сейчас действовал Рикстенс. Хороший джеб от Данькова. Призывают Александра действовать собрано. Ничего сверхъестественного он своему сопернику не предлагает. Классические двойки, левый джеб, правый прямой. Но раз за разом Рикстенс пропускает. Лучше на ногах двигается Александр. Он контролирует дистанцию, он решает, когда начинать атаки. И, как следствие, контролирует этот бой. Его течение. Мощнейший правый прямой сейчас прошел у Александра Данькова. Рикстенс пытается контратаковать на ближней дистанции и пропускает тейкдаун. Переводит в партер Даньков вновь, как и в первом эпизоде. В начале раунда удается ему занять позицию в боковом удержании. И сразу же он переходит в полный маунт.
И сейчас просто кошмарное положение для Даниэлса Рикстенса. Сразу же он отдает спину и теряет позицию Даньков. Это явная ошибка. Не удалось Александру зафиксировать свое положение за спиной соперника. И сейчас Рикстенс будет пытаться контратаковать. Медлит латвийский спортсмен. Не торопится с нанесением ударов. Использует он также эту паузу для того, чтобы отдохнуть. И сейчас бросается с левым гвоздящим ударом. Удалось заблокировать Александру ногами. Попытку сократить дистанцию своего соперника. И второй раз происходит то же самое. Минуту до конца первого раунда. Очень сильно замедлился Рикстенс. Попытка хайкика на выходе на дальнюю дистанцию неудачная. И теперь мы уже наблюдаем в самой концовке первого раунда, что также Александр Даньков уже потерял много сил. Скорости подупали. И здесь может быть шанс у Рикстенса. В размене на средней ближней дистанции включает латвийский спортсмен колено. Пытается апперкотами противодействовать своему сопернику Александр Даньков. И необходимо сейчас поправить обмундирование у Александра. Напомню вам, что ни у того, ни у другого спортсмена на профессиональном поприще нет ни единого поединка, который бы продлился более одного раунда. И у того, и у другого таких боев, я имею в виду профессиональных, три. И все шесть поединков этих спортсменов, я имею в виду карьеры обоих, закончились уже в первом раунде. Хороший бросок сейчас проводит Александр Даньков. И вновь в партере занимает он атакующую позицию. Но, судя по всему, сейчас перейдет все-таки этот поединок во второй раунд. Первые 5 минуты позади. И, конечно же, совершенно однозначно выигрывает ее Александр. Сейчас необходимо распределить грамотно силы. И главное, не оказаться обесточенным во второй пятиминутке. Попытаться, возможно, финишировать соперника. Или просто провести этот поединок так же уверенно, как был проведен первый раунд. Смотрим ключевые моменты первой пятиминутки. Перед началом второго раунда, первого поединка сегодняшнего вечера в командном противостоянии сборной команды мира против сборной команды России по профессиональному боевому самбо, попрошу вас бурно поаплодировать спортсменам! Итак, начинается второй раунд. Здесь классическая формула, 3 раунда по 5 минут. И продолжается первая встреча. Александр Даньков против Даниэлса Рикстенса. Жарко в Сочи, плюс 28 градусов сейчас. И очень тяжело приходится спортсменам. Этот турнир традиционно проходит на свежем воздухе. Но, в общем, на такой жаре провести 15 минут потенциальных в ринге — это очень серьезное испытание для любого человека, особенно для тяжеловесов, для которых любое техническое действие является в силу физиологических особенностей особо энергозатратным. Первый в атаку пошел Александр Даньков. Пытался встречать левым прямым его Даниэлс Рикстенс. Но вновь расходятся спортсмены на дальнюю дистанцию. Очень устал Даньков. Опущены руки у российского спортсмена. Тяжело дышит. Но и Даниэлсу Рикстенсу также приходится не сладко. Абсолютно бессодержательная первая минута второго раунда. Как будто в замедленной съемке мы увидели первый лоу-кик в этом раунде в исполнении Александра Данькова. И вот первым пошел в атаку Рикстенс. Дважды промахнулся. Попытался прихватить соперника в клинче Александр Даньков с последующей задачей перевести в партер. Вот и сейчас вновь клинч. У Александра
Очень серьезная уже проблема с выносливостью сейчас мы наблюдаем. Рикстенс, как бы не печально это ни звучало, выглядит посвежее. Тяжелое попадание с левой сейчас получил Александр Даньков. Прижимает его Рикстенс в углу ринга. Даньков пытается контратаковать. Еще один левый боковой Александр пропустил. И вновь левый боковой. Рикстенс, судя по всему, почувствовал, что есть шанс сейчас во втором раунде. Александр попал, в свою очередь, правым. Ну и на фоне просто колоссальной, неимоверной усталости сейчас соперники сражаются. Падает без удара Александр Даньков и пытается его добивать, воспользовавшись этой оплошностью Александра Даниэлс Рикстенс. У самого латвийского спортсмена не хватает просто сейчас сил для того, чтобы наносить акцентированные удары. Занимает он доминирующую позицию. Фулл-маунт. Остается более 2,5 минут до окончания второго раунда. И просто не хватает сил для того, чтобы бить тяжело у Рикстенса. А Даньков просто не сопротивляется. Он лежит в углу и выставил руки вперед. С одной стороны, нет у рефери повода для того, чтобы остановить этот поединок, потому что нет каких-то агрессивных атак, которые могли бы повредить здоровью Александра со стороны Рикстенса. А с другой стороны, сам Александр, как мы видим, активно не обороняется. Такая патовая ситуация, несмотря на то, что один из бойцов занимает доминирующую позицию, находится в фулл-маунте и, наверное, нет, сейчас показал скрещенные руки рефери. И, судя по всему, это окончание поединка. Неужели технический нокаут был засчитан сейчас по итогам этого боя? Однозначная ситуация, как мы видим, что в углу Даниэлса Рикстенса царит, в общем, рабочая атмосфера. Собираются они поединок продолжать. Но до окончания второго раунда остается еще 2,5 минуты. И, ну, судя по всему, просто решили дать время восстановиться Александру Данькову. Напоминаю вам, это не турнир по смешанным единоборствам, это турнир по профессиональному боевому самбо. Но нет, нет, судя по всему, все-таки да, поединок закончился. Поединок закончился. Просто выглядело все так, как будто Даниэлса Рикстенса готовили к продолжению встречи. Победу техническим нокаутом одержал Даниэлс Рикстенс, Латвия! Прекрасно выглядел в первом раунде Александр Даньков, но затем просто в одну минуту, в одну секунду даже закончились у него силы. Рикстенс выглядел свежее и, как итог, технический нокаут. Поздравляем Даниэлса с тяжелейшей заслуженной победой. Но здесь, конечно, погодные условия сыграли очень серьезную роль. Ни в коем случае не оправдываю я Александра, потому что оба соперника находились в одинаковых условиях. Но Александр выложился больше в первом раунде. Как следствие, осталось у него меньше всего во втором. Молодец латвиец. Выдержал натиск нашего парня в первой пятиминутке. И затем забрал победу в этом поединке. Но так, ответ тем болельщикам, которые скептически относятся к подобному формату. Россия против остального мира. И уже первый бой показывает, что сегодняшняя оппозиция в лице иностранной команды достаточно серьезная. Встречайте! Участники поединка номер один. Даниэлс Рикстенс, Латвия. И его соперник Александр Даньков, Россия. Дамы и господа, мы переходим к награждению. Первый бой. Весовая категория свыше 93 килограммов. Для награждения победителя на ринг приглашается заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Европы СССР по дзюдо, призер чемпионата мира по дзюдо Хабиль Хасиевич Бекташев. Победитель Даниэлс Рикстенс, Латвия!